Добрый день, мои дорогие! Сегодня мы с вами готовим фруктово-молочный десерт. В меру сладкий молочный крем и тонкая нотка фруктовой кислинки. В кастрюле с толстым дном растапливаем 100 грамм сливочного масла. И постепенно добавляем 120 грамм муки. Порционно понемножку вводим молоко, 1 литр. И добавляем 80 грамм сахара. Мы с вами видим, как наш крем на глазах загустевает. Продолжая помешивать, доводим его до кипения и кипятим еще 1-2 минуты. Разливаем наш крем по формочках, сверху немного присыпаем кокосовой стружкой. И пока наш крем остывает, мы с вами приготовим второй слой. Берем 2 столовых ложки любого фруктового пюре, у меня это перетертая ежевика, и разводим в 200 мл воды. Ставим на огонь и доводим до кипения. В 50 мл воды разводим 1 столовую ложку крахмала. Хорошо все размешиваем и добавляем наш крахмал в кипящую жидкость. И добавляем 90 грамм сахара. Наш второй фруктовый слой готов. Разливаем по формочкам и украшаем кокосовой стружкой и фруктами по желанию.